Первый вопрос задам Анатолию Аксакову. Анатолий, в начале месяца вы анонсировали появление концепции законопроекта о криптовалютах. О чем будет этот проект и когда в России появится национальная криптовалюта битрубль? Насчет битрубля я не уверен, что такая валюта появится. Мало ли, всякое бывает в жизни. Вот на сегодняшний день я считаю, что вряд ли это появится, с учетом позиции Центрального банка тем более. А что касается криптовалют, я предпочитаю использовать термин криптоинструмент, криптоактив, то этот инструмент уже существует, активно развивается, и поэтому запрещать его, не видеть это явление абсолютно неправильно. Так же, как заявлять, что в Советском Союзе секса нет. Соответственно, здесь нам необходимо определить риски, которые, с одной стороны, существуют, и эти риски снимать, в том числе с помощью законодательства. А во-вторых, необходимо, посоветовавшись со специалистами, экспертами, определить перспективы использования этого инструмента, в том числе для развития нашей экономики. На мой взгляд, это перспективный инструмент. И я сторонник того, чтобы как можно быстрее принять соответствующие решения законодательные. Для этого создана рабочая группа. Она в широком таком составе будет работать и в узком, таком, я бы сказал, закрытом режиме тоже. И в узком режиме она уже работает. Мы уже проводили встречи, определили, скажем так, для себя определенные направления, которые необходимо описать в законодательстве. Вот буквально в ближайшие дни многие из сидящих здесь в зале записываются в ту большую группу. Группа начнет работать. Да, и хотел бы сказать, что председатель Госдумы Володин Вячеславович договорился с Грефом о том, что будет большое мероприятие в понедельник, где депутаты окунутся в эту тему. Причем я был удивлен, когда мы анонсировали проведение такого мероприятия, то начался ажиотаж среди депутатов. Просто желающих оказалось раза в два больше, чем вмещает тот зал, куда нас хотят поместить. Поэтому пришлось отсекать многих депутатов от их желания. Так что тема живет, видите, и депутаты в нее погружаются. Значит, я уверен, что в ближайшее время соответствующие решения будут и приняты. Кто заказал анализ рынка криптовалют? Госдума. Какая рабочая группа? Нет, это решение официально, это торги объявляются, на это выделяются деньги, поэтому мы предложили такое исследование организовать со стороны Госдумы, ну и, соответственно, заказ поступил, теперь будем выбирать того, кто этот заказ исполнит. Блокчейн подразумевает одноуровневую организацию финансового рынка, посредники здесь не нужны при платежах криптовалюты. Вот готовы ли государство к изменению существующей системы финансового рынка? Вот сейчас, конечно, не готово. Но в то же время фактически все государственные институты активно занимаются изучением этого явления. И понятно, что Министерство Минкомсвязи, понятно, что ЦБ этим активно занимается, Внешэкономбанк этим занимается. Я знаю, энергетики активно в этот процесс погружаются, в том числе Роснефть. Так что на данный момент позиции такой сформировавшейся нет, но то, что углубление знаний в этой области происходит, и очевидно, что количество перейдет в качество, тоже, я уверен, в ближайшее время.